Первый советский переулок, 26. Здесь, в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации пенсионеров, прошло мероприятие, посвященное информированию о мерах социальной поддержки для людей старшего поколения. Слушателей из клуба «Активное долголетие» волновало, появятся ли в наступившем году существенные изменения в законодательстве о социальных гарантиях. Все меры социальной поддержки, которые предоставлялись, они будут предоставляться в полном объеме и в срок. Кроме того, ежегодно происходит индексация различных выплат. 2024 год он не стал исключением, и также в 2024 году будет проиндексирована выплата донорам, будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, и сумма индексации составит 7,4%. Порадовали участников мероприятия красивым концертом, проведенным ансамблем русской песни «Задоринка» Дома культуры Мизинова. Ой, вы морозы, ой, вы морозы, вы морозы крещенские лютые, вы морозы крещенские лютые. Концерт-беседу в центре организовали с заботой о пенсионерах в рамках действующего проекта «Старшее поколение», инициированного партии «Единая Россия». Андрей Цеходович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.